Всем привет, зрители моего канала Сад Чекально. И сегодня у нас разговор пойдет о смородине, о наших молодых кустах. И хочу показать, как я их обработал. Приготовились. То есть к осени, к зиме уже. Вот, короче, я их, так сказать, покосил здесь все ряды. И обкопал пресс-стволовое кольцо, то есть вокруг смородины обкопал вот пресс-стволовые кольца. И еще обработал их обигопиком. То есть я их обработал и яблони. И вот обработал их от болезней. Но это пока один раз, надо будет еще раз повторить, чтобы закрепить. Некоторые у нас кусты смородины тут посохли, как вы видите. Видите, вот, например, 3 куста, 4 куста, все живые, нормальные, а в середине куст у нас посох. Что это такое, я еще пока сам не знаю, как говорится, мы еще пока учимся. Но мне сказали, что это, не забыл, как это там называется, ну, якобы мушка залазит вот отсюда, прогрызает дырку внутри в стволе и доходит до корня, и куст весь погибает. Забыл я, как это название этой мухи. Якобы это такое. Ну, не знаю. Правда, нет. Я отрезал у некоторых часть куста. Ну, то есть срезал, подальше почти до конца дошел. Никакой дырки в стволе внутри нету. Но я так вижу, что листья сохнут. И как бы на этом стволе пытаются вылезти новые, вылазят. Но это как бы не то все. Но не все кусты, конечно. Но есть, вот видите, как частями. Как будто их что-то затронуло. Раз и сохнет. Поливаю я их, как говорится, постоянно на поливе. Через 2-3 дня, если это некоторые скажут, что это жара, нет. И концы листьев сохнут, типа ржавчины. Ну вот я обработал обигопиком. Один раз прошлись, посмотрим, состояние листов улучшится, нет. Посмотрим. Ну вот у нас тут... Сколько тут, я вам скажу, 1, 2, 3, 4, 5. То есть они не прижились вообще, 5 кустов. 5 кустов у нас не прижились, погибли. Один куст я вот обрезал, смотрел, что там внутри. То есть, как я вам говорю, там дырка какая-то, ну вот. Не знаю, она это, не она. Но тут есть какая-то дырка внутри. Может быть, это она. Вот, посмотрите. Кто встречался с этим, напишите комментарий, прокомментируйте. Ну тут вот как бы пытается, видеть почки, но они засохли, я так думаю. Ну, короче, внутри есть дырка, вот сейчас вот я вижу. Когда я срезал, не было ничего. А сейчас, видите, вот дырка, вот. В каждом кусту, вот я смотрю, дырка. Мне сказали, что надо этот куст срезать вообще. И, то есть выдернуть с корнем и сжечь его. То есть удалить. Не знаю, правда это, неправда. Напишите в комментариях, мы послушаем, посмотрим. То есть если это правда, то будем удалять куст и сжигать до корня. Короче, вот такой вот участок у нас, готовый к зиме, к зимовке. Вот. Все мы их обкопали. Сейчас, в данный момент, мы пойдем обкапывать пресс-стволовые кольца у яблонь. Я уже там говорил, ряд я начал. Ну и уже начал рядовку с клубникой. Вот эти два ряда, которые я говорил, что я хочу их. Да, вот еще. Вот еще кусты я тоже срезал. И тут вот я гляжу, ничего нету. Вот как бы дырка как бы есть, как бы нет. Это, ну, когда я срезал ее, ничего не было, никакой дыры.
Это как бы она сейчас начала проваливаться или как-то образовываться. Но никакой дыры нет. И я смотрю, новые просто побеги, видите? Новые побеги начинают, пытаются вырасти, потому что полил. Ну, в общем, ладно. Пишите в комментариях, что это такое. Ну, в общем, ждем пленку для клубники. Начнем досаживать там вот этот участок, досадим клубники. И, наверное, развальцуем, как я рассказывал, вот тут вот, вот этот вот участок от пенька до сюда, до этого. Посадим ряды с клубникой. Зафигачим здесь. Трактор нам уберет вот этот бугорок. Тут еще мусор, видите, остался. Шифер, мусор какой-то остался. Короче, надо снять слой. То есть сравнять вон с той, видите, углубление тут. И вот эту вот часть вот полностью до самого этого сравнять. Ну и здесь дорогу вот эту проровнять, чтобы в сад была ровная дорога. То есть все мы выровняли. Ну все, вот это, что хотел показать, рассказать. Все, всем, кому понравился наш сад, наша смородина, наши кусты, ставим нам класс, лайк. Также подписываемся на наш канал «Сад Чекалина», Сызранский район. Ну и всем пока, удачи, ребята.